Здравствуйте, скажите, как вас зовут? Серебрякова Александра Михайловна. Вспомните предвоенные годы. Было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Нет. А надвигающейся свадьбы не было. Как вы узнали о начале войны? В начале войны в 41-м году. Угу. Уже когда было объявлено, в 4 часа утра напали на Брестскую крепость. Это была, это самый, ну, как сказать, служили там солдаты, охран была. Ну-ка, вот, это на Брестскую крепость напали. И это я знала в 4 часа утра, объявлена была войны, я знала. Но я не думала, что меня возьмут сразу. В 42-м году меня, в 43-м году меня взяли уже. Уже в действующей армии. В 43-м году меня взяли сначала учиться, а потом окончила Украина, Западная Украина, Польша, Венгрия, Чехословакия до Берлина. Закончила войну под Берлином. Была демобилизована 9 мая 45-го, был указ о демобилизации девушек с 1945 год. Но я прибыла в августе 45-го года домой. Вернулась жива-здорова. Вот. Какая там больная была, ноги обмораживала. И ноги замерзали. Вы знаете, вот заболела. И посадили меня на повозку, а мины, противотанковые, все это посадили. И вот зима уже после тут, куда спустились, это с Карпатских гор спустились мы, Карпатские горы поднимались, сутки и опустились, сутки шли, потому что поднимались, пока опустились. И тут мы спустились, когда на Западную Украину зима началась. Зима, и вот мы ночевали, и Рига большая, в квартире не, ночевать негде, в солому легли, все откопали, как мыши, окопали, легли в шапках, в шинелях, во всем, туда легли только ноги отдохнуть, и подъем, через 15 минут подъем, и пошли дальше опять, уже утром, рано, что там, а отдых, вот, и пошли на Польшу. В Польшу шли долго, потому что пока тут прошли на лошадках, боеприпасы все были, шли за лошадками. Я ж приболела, простыла, приболела, мне посадили, накрыли, укутали. Но когда подъехали остановиться, уже тут обед, там попросили в дома, кухня шла сзади нас, это старший лейтенант медицинский с нами, потому что действующие это, и шли прямо вперед. Остановились, и вот у меня страшно, вы знаете, я вот не чувствовала, клонить мне в сон, я замерзала, сон сплю, и вот меня, значит, подходят. А я вставаю на обед, а я не слышу, ничего не слышу, отключилась. Вот. Потом, значит, подбегает врач, вот она это не может. Мне солдаты на руки несли в дом, и мне врач спасала ноги. Как она спасала, я даже не помню. Мне хотели отправить в госпиталь, но госпиталь очень был далеко. Они говорят, что если мы довезем, ампутировать придется тогда мне ноги. И я это не повезла. Она сама мне, врач наша, старшина такая, ой, дай Бог ей спасибо. Она мне спасла ноги, и мне на шатырь давали, чтобы это все, чтобы я как в чувство пришла. Ну и после этого, слава Богу, и дошла до Берлина. Вот в 41-й год вернуться. Когда вы узнали о войне, то какова была ваша реакция и реакция ваших близких? Ой, была очень плохая реакция. Что-то страшно, ну как это война? Родители очень боялись, заберут меня и брата. Брат. Меня вместе с братом взяли. Брат в 43-м, и я в 43-м. Попали мы.
Тут же мы все явиться, явили на вокзал к вагонам и повезли. И вот повезли в город Хвалынск первый учиться. А уж потом тут Сталинград, учились на Сталинград, а Сталинград уже там войны не было, там похороны были. А из Сталинграда уже на Москву инженерный полк Нахабино. Там это, как сказать, недалеко от Москвы Нахабин был. Из Нахабина на Украину. А на Украине учиться на шофера я учил. А потом в действующей уже армии. Так еще. В каких сражениях вам пришлось участвовать? Ой, это мы были, когда, вы знаете, когда банда шла, Бендер, залегли на окопы. И вы знаете, я чуть кого-то не застрелил, но я не буду это говорить. Вы знаете, вот они, значит, вот сказали, залегли в окопы мы, сказали не стрелять. Они идут, много их. Идут и гурьба целые. И вот сказали, не стрелять, не бросать. Мы лежали. А потом сказали, бросать надо. Стрелять. Я выстрелила. Я не знаю, я не помню ничего. Я не помню, в кого я стреляла. И бросали гранаты. Гранаты бросали, и у меня в руке граната осталась. Не взорвалась. Если взорвалась, мне, конечно, почему-то не взорвалась в руках граната. Я бросал, но она не взорвалась. Она у меня осталась в руках, понимаете, я растерялась. В гранатах в руках осталась, но не взорвало. Как подбегает наш старший лейтенант, на меня кричает там. Вы бросаете гранату, вы взорветесь. Тогда уж бросила. Так вот замерла в руке. Я могла вообще на щепки мне. После этого мы, значит, нам сказали, а и прошли, и мы опять пошли тут в часть. А где это было? А? Где это было? Это было в Западной Украине, под Польшей. Угу. А когда? А? А когда? А когда? 43-й, пока учились. Но мы шли, учились, а потом уж в действие еще. В 43-м году. Советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Ой, да. Что было источником их героизма? Вы знаете, что ребят посылали минировать поля. Ребят с саперами. И вы знаете, один пошел, конечно, его поставили в штрафной батальон. И он пришел, герой Советского Союза. Ребят посылали, в основном ребят минировали, саперами посылали ребят. Женщина стрибила, нас не посылали сапер туда минировать, разминировать не посылали. А ребята посылали, брали ребят и посылали на передовую минировать все. Уезжали, возили их ночью. Вот, а мы, нас не посылали. Мне связной, как я связная, куда нужен, посылали. Я ходил в любое время дня и ночи. Вот. А видели какой-нибудь подвиг сами? Видели? Сама я делала? Нет. А подвиг, ребят? Видели? Ну, ребят, он пришел. Вы знаете, пришел. Он пришел, герой, я не помню его фамилии. Он пришел, герой Советского Союза. Пришел. Он пошел, сказал, иду я. И голова в кустах, или грудь в крестах. И пришел, герой Советского Союза, в нашу часть опять пришел. Там совершил подвиг, ребят. Ребята в основном. Нас, три девчонки, нас как-то... Не посылали на передовую. Мы шли. Но связной все равно я посылал, ходил в любое время дня и ночи. Пошлют там пакет, дадут, я иду. Расскажите про ваши награды. За какие заслуги дали? За какие награды? Награды у меня за победу над Германией. Это что, медаль, орден? Да. Так. Она уж старенькая. Сталин тут, а? Ржавые, подождите. Нет, тут темные, саперные такой темные.
ну, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 70 лет награда. Теперь орден Отечественной войны, ага, орден Отечественной войны второй степени, медаль Жукова, еще вот этот, еще медаль Жукова, еще, я уж не помню. От Ленина, 150 лет был Ленин. Так, Жуков, где у меня? Это Жуков, наверное, да? Это? Вот Жукова. Это, мы как же это? Подчитайте. 60 лет победы. А, 50 лет тут победы. Это все, я 50 лет сказала. С какими чувствами вы шли на войну? С какими чувствами? И с какими чувствами возвращались? Когда возвращалась, сколько радости было. Победа, обнимались, целовались. Все тут собрались, когда под Берлином. Столько частей наехало. Вот, и тут узнали, к вечеру уже победа. И вот победа, стрельба открылась. И с автоматов, с винтовок открылась. И обнимались, целовались, что мы живы, что мы остались живы. И день победы. Вот. Частей, все очень частей много было. И потом мы уже, когда объявили, тут где это, закончена война, тут части все... разворачиваемся и поехали в свои, по направлению куда. Вот. А тут посадили, значит, то, когда провожали, то в бычьи вагоны, песняка, что мы живы остались, девчонки, одни девушки ехали, что мы живы в бычьих вагонах ехали, в салоне. Но зато приехали домой, живы-здоровы, слава Богу. Ноги у меня болели. Ноги болели, я лечил долго. И мне машину не дали. Сказали, выходите, но и целы. Вот обидно. А кто не был, получили. У нас сосед с родом не был. Получил. Никогда на фронте не был. Потому что он деньги дал. А мы пенсию маленькой получали. Что там, откуда я соберу-то? Вот у кого деньги были, тот купили. А вот кто в хор ходили, 30 женщин нас, и никто из нас, звоним друг другу, никто из нас машины не получил. Не получил. Представляете, никто. А кому давали? Кому давали, я вам говорю. Только не смотрите. Как воспринималось в начале войны то, что Красная Армия отступала? Что вы чувствовали? Мы чувствовали, очень много гибло. Вы знаете, мой брат в разведке, послали в разведку, 18 лет ему было. Он в разведку пошел, взяли за языком, послали его и друга. А когда они возвращались, то бросили гранату у брата. Прострелена нога была, прострелена была, взорвалась, но врил. Он лежал 6 месяцев. После этого пришел в часть, и его в десантные войска опять с парашюта прыгал. И прыгали, и попали они в засаду с парнем. Немцы бросили гранату брату. Вот эту, но даже одна ранена была, простреленная, а вторая гранатой. Кожа вся вот была до костя, не было мяса до костя у него. Он опять его упал. А друг, который с ним все парень с 26-го года, разорвало, а брат остался жив нога. Но он 6 месяцев лежал. И он пришел, это, вот, ребята шли, война, очень страшно все-таки война, вы знаете, боялись, наши родители переживали за нас, что вот вернемся мы, нет, с братом или нет. Ну, мы, это, брат, конечно, в госпиталь 2 раза по 6 месяцев лежал, пришел он, вот, Красная Звезда у него, правда, за отвагу, за боевые заслуги, но ноет никуда. Оно никуда, но он, правда, он долго прожил, слава Богу, умер недавно в похоронении. Вот, переживали. Вы знаете, как страшно,
Ведь эта война началась страшно. Я не знаю, завтра я жива буду или нет. А родители как переживали? Переживали родители, очень, очень волновались, ждали весточки каждый раз с фронта. Ждали, что вот как живая. Я все время писала. Все время писала, что я жива, что я жива. Родители отвечали? А? Родители отвечали на письма? Конечно, родители писали. О чем писали? Со мной, вы знаете, подруга была. Угу. Подруга была 21-го постарше, она медработник. Вот. Но она, знаете как, она выносила спое. Она не в моей части была, а вот я в другой части была. Она выносила спой на плащ. Ей 20 лет было. Она медицинский техникум наш кончила. И выносила на плащ палатки. Всех бойцов тащила. Всех перетаскивала. Было в газете про нее. Вы знаете, в газете писали. По радио говорили, что спасла очень таких много. А потом пропала. Она награждена и за отвагу, и она много награждена. Но она не жива. Она куда пропала? Попала в госпиталь, в оккупацию. Попала. И 9 месяцев она не писала, клава, вот письмо мне не писала, 9 месяцев. А потом присылает письмо, что она была в оккупации, в оккупации. Но вышли мы. После этого опять пропала. И где она до сих пор, мать ищет, нигде не знает. И она мне больше письма не прислала. Вот тут прислал, что с оккупации вышла, что награды, что я вот очень шур много выносила. Я говорю, перед тебе, Клава, писали, передавай все. Вот. И я за нее очень переживала, куда она попала. Бог ее знает, и про госпиталь, и это не нашли. Мать искала, искала. А после войны матери дать 10 тысяч. Все, она нет ее. А сестра, а племянница, вот я книгу читала. Она попала в плен второй раз уже, второй госпиталь, когда ехал, то попали опять в окружение. Она попала в плен. Попала в плен к немцам. И я вела пропагандическую работу среди дома. Говорит, ее расстреляли. Вот в плен. Но мы боялись, что в плен попадем. Вот страшно чем. Захватить, вот пидер полно, а мы девчонка, а ребят высылаем из конца на фронт высылаем. Ребят было много. Было целое тоже, 3 рота было. Но все равно посылали их. А ребят потом послали, остались мы, очень мало нас. И вот мы остались, девчонки переживали. Вы понимаете, страшно как было. И на постах стояли. А ребята забрали на передовую, а мы одни. И вот. Но там было очень много львовских ребят, бендеры были. Они все убежали. Винтовки забрали, все убежали. Они могли бы нас пострелять. Вот как. А мы что ж? А мы не охраняли, ребята их охраняли. А мы нет. А мы охраняли кухню. Столовые. Но одни ночи стояли по очереди. А как относились к бендеровцам? Ой, плохо мы относились. Они не очень приветливы. Вот Западная Украина. Никто в дом не пустил. Ни один человек. Говорят, у нас тиф, мы вас никого не пустим. Вот Западная Украина очень плохо. Западной, встречали. Польша не очень, ну, добрее были. Нас встречали. Это мадьяры, они мадьяры были. Это ребят, женщины, они ничего не понимали. Мы их не понимали, они нас не понимали. Ничего, язык такой кломанный, ничего не понятно. А вот Чехословакия, ой, как нас встречали. Как нас встречали женщины, встречали, шли, да, не пишет только дорога какая, а то один сказал, ему 6 лет выпили, ветеран войны, отбыл, по телевидению выступал. Вот какая там дорога, ведь столько частей прошли, дорога не разбита, кругом яблони,
Все, пока шли на Белин, мы шли. Кругом. Все. И вот, как когда нас встречали очень хорошо чехи. Чехи встречали бесподобно. А вот мадьяры, а то потом, когда вошли в Польшу, там народ почти никого не было, мужчин, никого, детей не было. Почему-то они редко женщин были. А когда вошли мадьяры, одни женщины, ни одного мужчины. А вот тут Чехословакии, там тоже мужчин не было, но там женщин, детей не было. И вот было, мы когда встречали очень нас чехи. Чехи встречали бесподобно. Мадьяр тоже, но там женщин было, а мужчин никого не было. Мужчин никого, где в селах никого не было, дома пустые были почти. Особенно сюда, на Германии, когда мы шли. Дома пустые. И потом нам приказали никуда не сворачивать с дороги. Лес, Бендера много, а тут власовцы. Власовской, Власов предал людей-то, бродили. Нам сказали, никуда. Ну, на, тут с ребятами, тут ребят шли. Мы не были, а тут что ж, мы не девушки шли, а шли мужчины разного возраста, разные постарше, и молодые были, разных, разных возрастов. А как к власовцам относились? А? Как к власовцам относились? Не слышал. К власовцам как относились? Власовцы, как к ним относились? Как власовцы? К вам, ну вы к ним. Мы к ним плохо, мы их не видали, мы не боялись, видели, они разу. Стреляли, угу. Убивали. Что бы возможно было, если встретиться, убьет. Они не щадили, русских не щадили, вот кто, если мы попали бы. Ничей власовцы, плохо относились к власовцам, не очень хорошо. Что вы знали осенью 41-го о положении дел под Москвой? Ой, под Москвой я, конечно, мы переживали. Вот, это как раз попал. Это мы уже там переживали под Москвой. Там у нас родня была. Переживали, где они, как они. Очень переживали за Москву. А что знали? Что знали? А? Что знали о том, что под Москвой? Под Москвой знали, передавали по радио. Угу. А о чем передавали? Передавали, что где он идет, вот под Москву прет на Москву прет. Самый частей много бросает, очень. Части там, частей много бросает, очень немец. Танки. И особенно был бой на Волоколамском шоссе. Самый сильный бой. А мы уже... Это было в 42-м, по-моему, да. Наверное, в 42-м. Самый сильный там вот этот мой кавалер. Он не муж потом стал. Ну, он, я его не знала. Вот. Вот они... Он там с 41-го... С 40-го года был до 46-го. Да. Это... Ну, это муж был. Вот. И под Москвой очень переживали, что боялись захватить Москву. Но говорят, может быть, это легенда, говорят, что Матрёна, Божия Матрёна, мать, облетела Москву ночью, и столько частей собралось на утро. Муж и говорит, проснулись, частей полно было, и пошли его гнать. Вот тот самый сильный бой, но он рассказывал, конечно, сильный бой, Волоколамской, били в упор. Все танки на цели, в упор был. Но самый сильный бой, я знаю, был в 40, это на Волоколамском шоссе. Какой год? 42-й или 40? 42-й, по-моему. 41-й. А 41-й, как началась война, Брест был взят. Там это Брест все побили, почти всех побили. Это я знал, что объявили, что Брест взят первый. И осталось 3 человека каких-то, я не знаю, вы говорили про них? Нет, я не знаю. Как вы узнали о начале контрнаступления под Москвой? Ой, как мы... узнали? Как узнали? Объявили опять. Объявили по радио. Это по я по радио все. Передавал. Знаете, кто этот ведущий-то? Не помните, кто? Не помните? Виталий.
места не может найти. Забыл, первый ведущий был. Во, из памяти вылетел. Первый ведущий по радио объявлял. Такой жестокий бой под Москвой. Вот захватили какие города, у тебя города забирали. До Москвы пока шли. А потом, когда взяли в Москву, освободили Москву, тут тоже, ну какой Левитан? Ведущий, а? Левитан? А? Левитан? Левитан. Да? Да. Вон. Объявил о победе, о освобождении под Москвой. Всех частей погнали. Остановили, погнали дальше. Вот. Какое впечатление это произвело на вас? То, что вот контрнаступление под Москвой развернулось. Я очень рад была. Угу. Очень рад была, что, ой, слава Богу, Москву освободили. И погнали немцы дальше. Но немцы далеко зашел. Когда мы шли-то, были в Сталинграде, хоронили солдат в шинели, общей братской могилы было, вот, и Волга была красная. Расскажите о своих командирах. Командир был, начальник штаба был Никифоров, заместитель Салеев, командир роты был Адамов, а того татар, я не знаю, не помню, командир роты был, не помню. А эти вот начальник, кому я, вот, кто мне посылал везде, это вот Салеев и Никифоров, это эти татары, татары. А я Адама был, он был учитель, он был у нас командир роты. Вот он с нами занимался. Нас, ну, и занималась с нами, и, эти начальники были, посылали меня. А командир вот занимался с нами, вот, противотанковые мины, там были, старшин занимался, еще не помню, как фамилия, Попов, старшин был, занимались минами с нами, занимался тоже, Адамов и Попов, там много их было, не упомнишь. А это я помню, Салеев и это Никифоров. Это с этого с татар, от татарии. Как они относились к своим подчиненным? К подчиненным хорошо. Они относились хорошо. Кого в армии тех лет вы считаете выдающимися полководцами? Жукова. Может быть, еще кого-то? Еще был, знаете, кто? Ой, как его? Как же вот четвертым украинским, кто руководил, вот-вот. Я забыл, как его четвертым украинским фронтом руководил. Ой, назовите мне их. Я как вспомню, не знаете. На фронте были люди разных национальностей. Как разных. Как это сказывалось на боевом? Узбеки, татары. Это евреев не было. Евреев-то нет. А это узбеки, татары. Теперь это еще, ну, разно, русские, разных национальностей не могут быть. Как это сказывалось на боевом духе армии? Хорошо. Все были. Повлияло ли ваше участие в войне на ваше отношение к религии? Нет, я, вы знаете, ну какое отношение к религии? Верили, Бог молились. Я носила это, вы знаете, я носила. К религии относились мы хорошо, к религии все. Ну, носила так листочек, чтобы не погибнуть. Чтобы не погибли. Ну, к религии хорошо относились. На фронте складывалось тяжелое положение. Как удавалось не падать духом, сохранять воинскую дисциплину? Не доедали. Было. Вот. Ну как, конечно, вот на Карпат поднимались мы сутки. Поднимались. Как с утра позавтракали, до следующего утра. Было иногда продуктов нет. Не, ну, продукты стало не готово, может быть, и было. Но иногда шли утром позавтракали, в обед иногда не обедали, до ужина.
продуктов много было. Как удавалось не падать духом? Очень. Мы не сдавались. Почему? Не сдавались все равно, чтобы только победить. Только чтобы была победа наша. Какую роль сыграл приказ «Ни шагу назад»? Большую роль. Очень большую роль сыграл. Ой, как же нашего готового полководца. Этот Жуков. Забыл. Вот, нашим 4-м украинским фронтом. Вот забыл, из памяти вылетело. Забыла. А вы видели загранотряды? Загранотряды видели? Нет. Что запомнилось из встреч с мирным населением? Запомнить, особенно не запомнилось нам с чехами. Запомнить чехами. А что запомнилось? А? Что запомнилось? Они нас очень встречали хорошо. Угощение прям стоят на дороге. Угощением берите, пожалуйста. Чехи. Прям стояли с этим. И виноград. И все на свете, пожалуйста. А вот как относились наши солдаты к гражданскому населению Германии и других стран Европы? Ребята, хорошо. Не лазили никуда, не воровали никуда. Хорошо относились, ребят. Никто шаг на шаг не на шаг в сторону. Никуда. Можете рассказать историю как раз какую-нибудь об отношении солдат к населению? Ну, как-то, как мы с ними шли, так они нас добро встречали. И ребята были очень довольны. Ребята. Ну, лучше всего чехи были. Чехи. А в этих, Польше, там никого не было. Вообще одни бабули. И там мы на улице смотрели. Мы так вот, тепло, мы никуда нас, мы ни в дома, ни в какие. Мы в лесу обедали. Где привал, там мы обедали. А завтрак тоже. Вставали и шли, пока кухня подъедет. Подъедете, мы привал делаем и обедали. Обеду так, ужин. И так все пока. И ужин так же, только на привалах. Ваше отношение к врагу. Каким вы его видели, каким воспринимали? Нехорошее. Нехорошие, очень плохие. Нехорошие враги были. Расскажите про первого пленного врага. Ой, ну это я не знаю. Не знаю. А вы различали вражеских солдат? Немцев, румын, финнов? Конечно. Или для вас не было разницы? Нет. Мы, знаете, и немцы, там кто были, мы не различали. Их, во-первых, языки другие, там мы не знали. Я не знала. Ну, как вопрос-то? Расскажите о бытовых трудностях на фронте. Как вы их преодолевали? Как? Не было мыла, не умывали, умывались, не купались. Шли 2 года. Вот мы пошли, пока... Да. А где купаться? Вы представляете, на чужой территории, кто нам разрешит? Солдаты идут, а я пойду куда-то купаться, что ли? Вот как платье было в своем, что нам дали, вот сапоги одет, нас одели за границу, зеленые платья красивые, платья, береты, зимние, шинель хорошую, зеленая такая, все, сапоги, все добротные, Москва нас снабдила. Вот, и это, и как, значит, часть идет, мы шли, только ночь, и шли день и ночь. И кто мне, и как я пойду купаться, что ли? А представляете, мы лицо умывали, а потом воду из-под колонок. Не разрешали пить. Мы не пили. И шли, не мывши 2 года.
А где? Приешь опять, где-то поставить нас какую-то часть. Вот какой-то сарай нашли, большой сарай железный. Там нам на троих будку отделили. Три женщины должны в этой находиться, девушки три. Анька Мартанович из Тамбова, я и Житомир Маша. Вот мы трое в этой будке. Вот, а солдаты отдельно, вот. И куда там, ночь только, переночевали, утром опять поход. Не шли, только ночью отдых был, шли день и ночь. Шли все время. Какой? Вот поэтому не купых, не купавши. Вот где купаться? Умываться, хорошо умываться, а потом мыла не было. Мыл-то нечем было. А самый вот этот, который вот вчера это была, молодая, маленькая женщина-то, она, ветврач, что ли, сказала? Вчера с вами говорила, да, с нашего скорта. Она же ехала. Была эта аптека. А ничего. А мы их никого не видали. У них железнодорожные линии. Они же нигде недалеко от фронта. Совсем по другой линии. Едут, они едут. Везут все медикаменты. Вот, везут. А мыл-то у нас не было. Мыл-то нет. Как вы оцениваете нашу боевую технику? Боевая техника потом хорошая была. Катюша гремела. Катюша хорошо. Катюша в основном. Катюша сыграл большую роль. И руководитель Жуков. Мы только Жукова. А вот еще нас, я не помню, на какой четвертом украинском фронте. Не помню. Был. А как отдыхали в минуты между боем? Может как быть, это? Песни, артисты, танцы были, нет? Нету, что вы. Нет. Какие там танцы? Там а как отдыхали? Прошли. Наперед, вот победаешь и опять поотдохнешь немножко в поход. И был у нас один боенист. А что он в обед это? Так. Что ты от горя? Мы что же отдыхаем, победаем, да и не на своей территории, полежали, отдохнули, но и опять поход. То есть он не играл? Не, да играл он так, поиграет там, а что? Играл, был, баян был. Да, что там он? А как можете охарактеризовать отношения между мужчинами и женщинами на фронте? Ну, к мужчинам к нам хорошо относились. Мы три женщины были, ой, хорошо, очень относились, хорошо. Они там. Гулять мы с ним не гуляли. Где гуляют? Гуляют. Кто ходит-то? А потом, кто знает, что будет завтра. Днем? Мы жили только днем. День прожили, слава Богу, переночевали, слава Богу, где-то. Опять дальше пошли, так и шли. Целый день идем до ночи, а иногда и ночи шли. Представляете, какой? Ребята хорошо к нам относились. Можете привести пример? Ну, как вы сказали? Как они? Они нас очень уважали. Девчонки, вы молодцы, молодцы, молодцы. Вот, вот так вот, когда задание стан с противотанковой миной, ползешь туда. Благодарю, молодец, молодец, закопал, откопал, приползла. И хорошо, вот это, а кто нами вот, занимался с нами, саперы-то, они благодарили нас, что мы молодцы, вот знаем, как подорвать, взрывать, бросать гранаты, гранаты. Все наши руководители. Знаменитые наркомовские 100 грамм, какую роль они сыграли? Ой, 100 грамм мы не пили. Но их давали? 100 грамм? Угу. Где же ночи-то? Наркомовские 100 грамм давали, нет? Нет. Где же ночи кончилась война, и мы разворачиваемся, едем назад. И тут нет. А вы были ранены? Нет, я только замерзала. Больше ничего замерзала. Ноги у меня. Как после войны относились к тем солдатам, которые побывали в плену? Плоховато наш, конечно, относились. Кто побывал в плену? Плоховато. Вот у меня зять был в плену.
Вот. Его, он был, попал в плен у немцев-то. И его каждый месяц вызывали. Каждый месяц вызывали. А вы знаете, а сколько наших пленных? Сколько погибло наших пленных? Им, кто попал в плен, по 25 лет и угонять далеко. Тут у нас пришел, я работала. У нас кладовщик был, женщина на рынке. Ее муж пришел ночью из этого плена. Ее уже все списали. Пришел, стучится в окно, она знает, что он погиб. Потому что ничего нет, там не разрешать ни письма, ничего. Лагеря, лес, болото. Все. Он пришел стучиться. Открой, клад. Это я пришел. Она открыла клад, Дмитрий, она открыла ему. Муж упала, кричал, живой. А что он прожил 2 дня и умер. И говорит, Клава, передай вот это в деревню, в эту, наш тут вот, в эту деревню передал, что он жив. В эту деревню фамилии назвал какие. Скажи, что он жив, напиши им, пожалуйста, письмо сам перед смертью. Сказал, очень нас много было пленных, по 25 лет дали. Ему тоже 25 лет кладали, но его списали, он больной, он пришел, через 2 дня умер. Что вы знали о союзниках СССР? О союзе что, когда заключили-то? О союзниках СССР. Ощущалась какая-нибудь помощь? Они, как вы знаете сказать, это я не знаю, я не могу. Как они к союзу? Когда уже потом послали, когда помогать нам тут, уже Америка-то. Вот, может быть, тушенку американскую ели? Или видели ела. Какие-нибудь машины? Ела, я ела, тушенку ела, хорошая. Тушенка ела. Вкусный, хороший тушенка. Тушенка нам давали. Где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? Где встретили? Да. И как? Под Берлином. Какой фильм лучше всего передает атмосферу тех лет и отношения между людьми вашего поколения? К этим фильмам теперь мы отношусь не очень хорошо. Ну вот какой, на ваш взгляд, фильм, пусть даже советский? Вот наш, угу. Про войну было. Да, какой? Вот вы вот не помню. Какой я смотрю, какой фильм про войну был. Да вот передают, какие фильмы про войну, это забыла, не помню. Я смотрю фильмы и смотрю те старые фильмы, «Свинарка-пастух», вот эти все фильмы сдают. А сейчас фильм показывают. Не такие надо. Нет, не то фильмы. Только убивать, только уничтожать, только бить. Это показывать фильм кому? Вот. НТВ-то. Убийство, воробьёж, насилие. Смотреть-то, ребятам, нечего. Почему не покажут старый фильм? Сколько их много. «Свинарка-пастух», потом вот этого, которого имели старый фильм. Мы смотрели их много, я фильмов помню. Сейчас забыл, вот «Свинарка-пастух» еще вот был. Сколько умер артистов, все эти фильмы старые. Какие прекрасные фильмы. Почему их не покажут-то? Теперь какие-то. Вот на концерт приглашали 5 марта. Я не пошла. Там звоню. Мне звонит. Ты не пришла? Я говорю, нет, там смотреть нечего. Ну, Бетин поздравил, еще кто-то поздравляет нас. Ну, а потом стала молодежь выступать. Она говорит, я поднялась и ушла. Не то. Не то, не такие. Какие раньше старые фильмы, прекрасные, показывали их. Произведение какого писателя правдиво отображает войну? Не помню, не помню. Книг много, читаю. У меня столько книг, дочь навозила.
и как их не Гоголя, и это Пушкина, и Чехова, и кого только нету. Полно, у меня столько книг. И такие книги я их читала, вот не помню какие. Пушкин, я уж прям наизусть до сих пор его знаю. «Волкоморье», «Дуб зеленый». Пушкин особенно. Может быть, вы еще что-то хотите добавить? А? Скажите, что вот хотите сказать. Ну что, я пожелаю, чтобы было хорошо, все хорошо, чтобы вот живущим после нас людям, чтобы жили, чтобы относились к родине, не забывали ее, они должны за родину бороться. Только родина, больше ничего. Россия и родина. Ну теперь Россия, это советская, теперь родина. Ну родина я называю. Родина только за родину, чтобы дорожили родину. И чтобы защищали ее. Чтобы защищали ее, как мы стояли. Вот я чего пожелаю молодежи. Спасибо вам. Ой, можно все. Может, не так, что? Ой, вы не все говорите туда.